Да. Хюрем. Доброе утро. Доброе утро, госпожа, доброе утро. Как вам покои? Вы довольны? Если что-то потребуется? Ты все предусмотрела, Хюрем, спасибо. В случае чего я скажу. Вечером я устраиваю ифтар для женщин, помогающих мне с вакфом. Не желаете ли к нам присоединиться? Благие дела облагораживают человека. Я принимаю приглашение. Обо мне здесь чего только не болтают. Ведьма, колдунья, а находятся выдумщики, которые утверждают, будто у меня на затылке третий глаз. Я посмотрела, но ничего не увидела. Госпожа, я вам очень благодарна за то, что никого не слушаете. И что поняли, как ко мне несправедливо. Зависть и успех нераздельны, Хюрем. Хотят, пусть говорят. От тебя лишь требуется держаться справедливости и сохранять достоинство. Благодарю, госпожа. Я позже извещу вас насчет вечера. Госпожа. Повелитель, кажется, я не вовремя. Прошу, Хюрем, проходи. Ибрагим Паша подарил мне книгу, и мы беседовали о ней. Как мило. Повелитель, этим вечером я провожу ифтар для женщин, занятых работой вакфа. Разумеется, если вы позволите. Я одобряю это, Хюрем. Где будет проходить ифтар? Кади Эфенди предложил крытый рынок и уже позаботился о безопасности. Спасибо ему, он все продумал и лично занимался подготовкой. Мехримах ты берешь с собой? Она уже собирается. В будущем мой вакф именно ей предстоит возглавить. А управлению надо учиться. На ифтаре Шах Султан тоже с нами будет. Повелитель. Если у вас нет приказаний, то я... Можешь идти. Садись, Хюрем. Все стороны. И внезапно дерево начало шагать. Госпожа. Симбеляга. Джихангир. Назлы, отведи сына в его покой. Но ведь сказка не закончилась. Шехзаде, сказку я могу вечером рассказать. Симбеляга. Госпожа. Я только что видела Шах-Султан. Ибрагим с ней разговаривал. Паша решил настроить ее против меня. Это очевидно. Я бы хотела знать только одно. Он на нее может повлиять? Честно говоря, госпожа, не думаю. Хотя в свое время... Что? Говори. Спокойный Валиде Султан, мы отправились во дворец в Манисе. Шах Султан тоже с нами поехала. Там мы долго жили. Ибрагим Паша тогда был главным сокольничем. Я их видел в дворцовом парке постоянно. Они гуляли все время и разговаривали. Я вам благодарна за то, что вы приехали, госпожа. Для меня это удовольствие, Хюрем.
Ты завоевала молитвы бедняков своим добрым сердцем. Все говорят о тебе. Женщины едва не затоптали друг друга, чтобы тебя увидеть. Обо мне было неверное представление у людей. Меня пытались очернить. Многие меня просто не знали и из-за этого плохо относились. Я полна решимости изменить ситуацию. Спокойной ночи, Хюран. Спасибо. Вам тоже.